И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике сегодня мы будем играть в Warface, и сегодня мы играем в спецку за, я не знаю, за кого-то же поиграть. Ну ладно, в общем. Итак, мы сегодня будем играть за штурма, я думаю, или за инженера. За инженера, да, мы будем играть за инженера в эту игру, да. Попробую пройти. Ну а дальше как получится. Так. Дэйв. Так, это не то. Это не то. Нет, конечно, это то, но не то. Блин. Ладно. Сейчас посмотрю, что есть вообще. Здесь. Так. Давайте Дэйву тогда, не знаю. Вроде... Я не знаю. Давайте попробуем Дэйву. Лопата, я думаю, мне не пригодится, потому что это как бы... Ну, не нужна она мне. Так. Кстати, надо проремонтировать здесь все. Так, 93%. Пусть будет столько. Так. Это пусть будет так останется. Так, это сколько это такое? А, кстати, давайте вот эту штуку не будем. Давайте так оставим то, что у меня есть. Так. Из оружия мы ничего не берем такого особого. Такого, чем вообще могут убить. Да и давайте вообще оружие, давайте не пользоваться оружием, давайте возьмем самое стандартное, самое такое. И попробуем затащить. Так, понятно. Так, тащить мы будем вулкан, значит, будем тащить на сложность. Да, за инженера. То есть на самый такой, можно сказать, на самый такой сложность. Ну как, не сложность, я имею в виду, а вообще, ну... Я даже как бы и стрелять-то не умею. Но придется стрелять. Пострелять там. Пострелять. Кстати, ребят, наверное. Я попаду, нет, кто знает. Да, достреливает. Да. Вообще, по идее, очень даже хорошо постреливает. Но вообще, ладно. Так, окей. Как вы заметили, я без фона. И сегодня я хочу, чтобы вы подписались на мой канал Нубас, пожалуйста. Подпишитесь на мой канал, пожалуйста. Вот я вас просто прошу. Просто подпишитесь. Так, ну ладно, это понятно, так. Кстати, ребят, давайте, наверное, не успею добежать. Ну ладно. Как-нибудь, хоть как-нибудь добегу, может быть. Давай. Мячик вот падает. Он наш мячик. Играть с нами, смотрите, он катится куда-то. О, прикатился. Давай, ну. Так. Вообще с ним можно как-то поиграть, по идее. Как? О, следы отчаяния. Не знаю. Так. Сразу замечаем то, что наша команда опять, ну, не такая, какую, точнее, я бы хотел команду. То есть она вроде и хорошая команда, но на ней есть какой-то... Ну, такое, ну не крутое звание, короче, как вам объяснить, да? Вот так вот как-то объясняю. То есть это какое-то не крутое звание, поэтому... Ну не круто, в общем, с ним играть. Ладно. Окей. Ожидание остальных игроков. Так, окей. Так. Я думаю, я считаю то, что мы все-таки должны пройти на сложности. На сложной. Но даже если я солью, то какое, блин, дело. Медик есть вроде. Есть у нас два снайпера, есть один штурм. Надеюсь, он нам будет давать патроны. Хотя я хз, ребят, я честно не знаю, будет давать ли он нам патроны, потому что надо давать всем. И если дать пятерым, это уже минус 5 и останется совсем чуть-чуть. То есть еще на один раз все. То есть, если он будет раздавать всей команде, то, конечно, не всем хватит. Внимание! Наши Ладно. Спутники засекли повышенную активность в секторе N26. Рядом с Луком. Там расположен некий медицинский комплекс. По бумагам все ведутся исследования горячих источников. Вообще, если честно, я первый раз играю за инженера здесь. На стандартном я имею в виду. На всем. Это не совпадение. Ну, почти на всем. Выяснить, что там на самом деле. А, уже он знак. Зачем он знак использовал, я не понимаю, вот смысл. Кстати, да, я могу кого-то лечить. Ну, точнее, как лечить. Давайте броню. Так. Патронов у меня мало.
Поэтому, если они закончатся, то они закончатся совсем. То есть, если закончатся патроны, то я уже никак не смогу стрелять. Это, конечно, минус. Ну, ладно. Вперед. Опа, убил. Вперед. То есть, если я проиграю как-то, точнее, попытаюсь так что-то сделать, ничего мне не получится. Так. Ой, извиняюсь. Кто? Граната пошла. Ну, один все слился, постоянно сливальщик. А, это этот медик. Так у нас же два медика должно быть вообще быть. А, он один. Не он знаю, один. Какие пилюли они штампуют, я подумал, но я охрана тоже тут круче, чем у Оберона. Что-то я будьте ошибся. Начеку. Немножко. Ну ладно, неважно. Так, дальше. Можно? Я хочу туда. Неважно. Эта зона только для персонала. Вы должны покинуть ее. Давай, давай, давай. Открывай дверь. Что-то началось у них, что ли? Валил и хорошо. Сюда. Так. Опа, убил. А, ты полечишь меня? Блэквуд установили на своей базе автоматические турели. Врача, уже сталкивались с теми во время кампании на Среднем Востоке. На чё-то первых этажах самые простые турели. Кодовое имя Кобра. Но не пытайтесь атаковать их в лоб. Последствия будут печать. Так. Мы приближаемся к опасной зоне. Дождитесь, пока персонал отведет вас к выходу. У этих турелей очень прочная броня. Встретить механические части. Идите к лифту! Патроны сюда! Нет патронов. Дайте патроны! Сюда! У меня нет патронов! Да, я понял. Так. Ладно. У меня нет. На самом деле у меня 9 знаков, но я не хочу. Как 9 жизней, блин. Прожить. Но я не хочу. Лень. Поэтому нет. Турель Мурена всегда появляется в самый неожиданный окей. момент. Ее нужно взорвать немедленно, иначе погибнет вся команда. А, да блин. Да ну нафиг. Нафиг мне это надо. Так. Окей. Так. Ну чё? Короче, ребят, смотрите. А, здесь что у нас? Так. Вечером, значит, вот так. Здесь, значит, сюда. Значит, смотрите. Так. Это снайпер. То есть он вроде ничего не, у нас не делает. Так, он у него тут какие-то. А, показано, что он даже медик какой-то. Смотрите, крестик. Да. Он типа как медик, но он лечить не может. Я не знаю, почему так сделали, но он. Он не медик. Ай-яй. Ты где, дай? Медик. Медик, медик. Я истекаю кровью. Помоги мне. Так. Я ранен. Дай мне. Чё? Ты в надёжных руках, держись. Полечи меня. Благодарю, док. Спасибо, друзья. Помогите мне. Внимание! Вы входите в запретную зону. Немедленно покиньте её. Окей. Так. С, да, сюда. Все равно убил, пофига. Опа. Черт, у меня патроны кончились! Код 104S. Патроны посторонние сюда! Посторонние в закрытом секторе. Есть лишние патроны. Службе охраны немедленно найти нарушителей. Дайте патроны! Так. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Нужны патроны! Нет, не нужно. У меня кончились патроны! Так.
дрянь! Патронов нет! Врача! Врача! Так. Сюда! У меня нет патронов! А где он есть? Я вылез. Эта зона только для персонала. Не вы должны покинуть ее. Без штурмовика. Не пройдете. Без штурмовика. У кого-нибудь! Не хотел я брать эту штуку, но пришлось. Так. Так. Это сюда. Так, ну все, мы слили. Сливальщики, вы чё? Вы чё слили-то, блин? А, прикройте. Кто-нибудь? Блин, чел. Ох, нифига. Думал, у меня нет. Ладно. Снял стрелка. Продолжаем движение. Так. Патронов нету. Вы входите в запретную зону. Поверните назад. Блин. Ни медиков, нифига никого нет. Все ушли. Ладно, как-то надо все-таки эту штуку. Патроны, а все, нет. Нет патронов. Есть лишние патроны. Все, мы слили, короче. Вообще слили, все, все ушли. Патронов неоткуда получить, поэтому. Внимание! Выходите в запретную зону. Поэтому в ближний бой уже пойду. Все. Я слил только из-за того, потому что у меня патронов нет, а как-то надо побежать. Ладно, а что, патроны у него есть вообще? У него самого. Нет, патроны. Код 104S. Посторонние в закрытом секторе. Службе охраны немедленно найти нарушителей. Ладно. Ну все, в общем, мы слили. Вот так вот мы слили. Я пытался затащить из-за инженера, как вы помните. Нифига слил. Это не я слился, это слилась команда вся. Особенно наш штурмовик, который просто ушел и все. Что там? А, две турели, две. Стрелок убит! Пошли, пошли! Давай, стреляй. Ты сможешь. Слили полностью вообще. То есть нет ни медика, никакого штурмовика. То есть нет вообще таких шансов для победы. Потому что нет никого. Есть, смотрите, два снайпера и один инженер. Вообще даже патронов нет. То есть как-то так. Этот вот слился, вот этот вот маленький ранг. Это прям вообще это вот. Я не знаю, я ненавижу таких людей, которые постоянно сливаются. То есть заходит в игру вроде там поиграть там. Типа ты такой крутой с крутыми скинами, с крутыми оружиями. Опа, слился, все. Уходишь с карты и все. То есть, как? Что делаешь-то? А зачем? Этот уровень закрыт. А не понимаю даже, что он делает вообще. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Да, это как-то странно. Но это его тактика. Довольно-таки это странно. У него патрон, наверное, нет уже. Потому что он всех выследил, наверное. Да, он всех их выследил. Давай, давай. Ошибка. Ваш пропуск недействителен. Оставайтесь на месте. Когда шутка не закончится, это берет. Службы охраны. Все, нет. Граната пошла! Давай, давай. Черт, я остался без. Ну я же говорил, надо поставить патроны. Не тратить. Надо потратить. Это плохо. А как ты слился-то, блин, сразу-то? Эта зона только для персонала. Вы должны покинуть ее. Ну ладно. Типа за геройство. Ладно. Все равно все, мы слили. Чувак попал просто в мой мой видеоролик на ютубе и все. Я снимаю.
Ладно. Мы не победим никак. Надо звать друзей каких-то, я не знаю, каких. Сюда можно вообще пригласить кого-то? Нет. Нет, мы не можем никого пригласить. Вы приближаетесь к опасной зоне. Позор. Дождитесь, пока персонал отведет вас к выходу. Штурм. Штурм и мед. Патроны. Не тратьте патроны. Тратьте патроны, ты чё? Нормально, что ли? Вперед, вперед, дай. Остался только я, чё? Я только броню могу давать, как? Больше ничего не могу давать. Я же только броню могу давать. У них броня есть. Да все, он все... Внимание! А, у вас нет разрешения на вход в этот сектор. Вы должны немедленно покинуть его. Так, ладно. Вперед. Я же начнем с стандартным, блин. Так. Все, он вышел. О, да, ладно. Даже вы, да вы что? Я сам себя взорвал, офигеть. Как так можно вообще? Охренеть. Ну хотя бы я на первом месте, это хоть что-то. Это закрытый объект. Все, не оставайтесь никак. На месте. Служба безопасности. А у меня были еще патроны. Я помог их там турели 2-3. Офигачить. Ну, все, я не выиграю. Поэтому давайте посмотрим на нашего человека, который пытается как-то все-таки выиграть. Хотя это не, ну, просто нереально, потому что, смотрите, как бы вы ни пытались, как бы вы, ну, не хотели победить, в общем, нифига не получится, понятно? Я вот вам объясню, ничего не получится. Потому что... Все, ему не победить просто. Нет, хотя если подумать, если ему как-то удастся это все сделать, не тратить патроны на врагов. Убей турель. Все, патроны у него закончились, у него остались патроны в этом. Оставайтесь на месте, да. До прибытия сотрудников службы охраны. Стрелок убит. Повторяю, стрелок убит. Так. А, у него что, этот, как его? Дигл, что ли? А, да, у него дигл. Охренеть. Посмотрите, что там. Мало хп, мало хп. Нет, не сливай, чел. Не сливай. Здесь мало турелей. То есть шанс у него победить все-таки есть. Затащить. Именно на этой карте. Нет, теперь нет. Этот уровень закрыт для посетителей. Пожалуйста, оставайтесь. Вряд ли у него получится, потому что я в него не уверен, вот честно. В кого, но в него я не уверен. Ладно бы это был штурмовик, у него есть патроны, у него, например, там шлем есть, который восстанавливает ХП. Это я понимаю, но когда... Ну да, он восстанавливает ХП, но у него нет ни патронов, ни... Ничего вообще. Ну, то есть, нет смысла. Я понимаю, один штурм был, если был, он бы мог пройти хоть всю карту, потому что он штурм. Как-то так. А когда он не штурм, это очень не круто. Ну ладно. То есть,
есть, как бы, смотрите, он пытался там что-то сделать. Укрытие! Твои жертвы могут убить вас одним выстрелом. Конечно. Выберите момент для атаки. Ой, сейчас еще одним выстрелом. В общем, команда, я не знаю, вот в каждом моем видеоролике какой-то команда какая-то вообще сливальщина. Короче, кто сливается. Кто-нибудь, да. Мне нужны патроны! Кого ты спросишь? Ты один здесь. Так. Нейтрализован. Ну, в общем, ребят, 16 минут. Смысла дальше это продолжать нет. Хотя нет, давайте досмотрим до конца. Пассенджер, то есть карго, элеватор. Давайте досмотрим до конца все-таки этот офигенный момент. Все-таки когда-то он должен слиться. Он же не будет там до 18 минут. Если он дотянет до 18 минут, то я сниму новый видеоролик, а если не получится, то не получится. Ладно, все, гранату. Все, он вселился, то есть смысла даже нет, и все. Я убил стрелка. Так, нет смысла, все, вот он дофигничает. Внимание, блин. Вы не имеете права находиться в этой зоне. Ваш пропуск аннулирован. Ну все, у него не получится, ладно. Это не смысл, все. Стрелок готов. Не затащит. Вообще нет вообще смысла. В общем, смотрите. Так. Окей. Ну. В общем. Стрелок убит. Повторяю. Стрелок убит. Да, он внимание. Пытается как-то все убить. Ну, у него только дигл, я не понимаю. Смысл вообще продолжать. У него вообще нет смысла дальше продолжать играть. Но он дошел до 18 минут. Это рекорд. Ну я бы мог ему как-то помочь все-таки с этим, как его, с воскрешением, но не уверен, что это бы мне как-то помогло. Потому что меня все равно там убьют там или что-то такое. Все равно мне вообще никак. Да даже если подумать, как мы вдвоем пройдем, ладно, третий сектор, например, мы пройдем третий этаж. Но там дальше будут круче турели, там всякие другие, это вот нет смысла дальше. Все, у него ничего нет, все, сливайся. Слейся. Хана. Я пуст. Все слились. Все слились. Было бы. Эта зона да. Только для персонала. Вы должны покинуть ее. Был бы штурм, тогда побили. В общем, ребят, если в команде у вас будут вот эти вот полоски, которые, ну, такого маленького ранга. Выходите сразу с карты, потому что знаете, то что они не затащат никогда. Ну, есть такой еще момент, что они могут быть читерами. Да. Все, слез. Этот уровень это выстрелил, сказал, офигеть. Пожалуйста, оставайтесь на месте до прибытия службы безопасности. Ну все, это конец. Я занимаю второе место. В общем, как-то так. В общем, ребят, мы не прошли этот вулкан, заметьте, не прошли. Хоть мы старались на этой карте вдвоем. Но я сразу, конечно, слился, но это не важно. Ладно. Что я могу сказать? Не знаю, мне как-то это понравилось, потому что все-таки $203 я заработал. Как-то вот. Ну, еще вот эти вот штуки заработал. Потратил я всего один жетон и нифига больше не потратил. То есть... Если так подумать, то я не потратил нифига, потому что жетон вернется, а то, что я на себя не надел, это тоже как-то вот чинить не придется, в общем. Вот и все, все, что я хочу вам сказать на сегодня. Ну, наверное, на этом надо закончить наш видеоролик. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем удачи. И всем, конечно же, ребят, пока.